Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardware Set&Fi, перед нами Huawei P50 Pro, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве включить или выключить фонарик, как им вообще пользоваться. Для этого нам нужно свайпнуть по нашему экрану вниз по правой стороне от камеры. И здесь, среди всех вот этих вот пунктов, найти фонарик обычно находится на первом месте. Если у вас здесь нигде нету фонарика, значит, вам нужно нажать вот сюда и выбрать пункт «Изменить значки». Там вы сможете себе настроить и добавить сюда фонарик. Если фонарик горит синим цветом, он у нас светится. Если нажать на него и сделать его серым, он отключается. Все просто. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.